Привет всем! Сейчас я вам расскажу о том, как мы по утрам делаем зеленый коктейль. Начинается все с зелени. Вот здесь я помыла шпинат и листовую капусту. Они обычно продаются вот в таких пакетах. Шпинат, чуть больше килограмма. И листовая капуста тоже 600 грамм. Такие два пакета обычно у нас уходят за неделю. Зелень мы моем и складываем в блендер. Я уже писала о том, что мы используем блендер фирмы Blendtec, который очень хорошо перемалывает все, и нас это устраивает, потому что текстура коктейля очень важна. Приятно пить коктейль, когда там нет никаких кусочков. Вы можете начинать с менее мощных блендеров и смотреть, что вам подходит. Но тогда нужно быть внимательным к тому, какие фрукты вы туда кладете и какие зерна. Дальше мы кладем туда обычно бананы. У меня здесь есть уже такой мягкий банан, который придает сладость. Мы кладем немножко замороженных ягод. Сегодня у нас дикие ягоды чернички. И мы кладем вот такую фруктовую смесь, в которой есть клубника, ананасы, манго. Это фрукты замороженные, поэтому мы не кладем лед в коктейль. Лед обычно кладется для того, чтобы коктейль был более прохладным, потому что так его более приятно пить. Следующее. Кокосовое масло. Обычно кокосовое масло белое и твердое, но так как мы находимся в жарком климате, то оно у нас жидкое. Поэтому просто вот так вот его немножко. Ну, обычно я кладу где-то чуть больше столовой ложки. Ну и наливаю, соответственно, столько же. Кокосовое масло – это очень хорошее дополнение к диете, где нужен жир. Следующий шаг – это стевия. Стевия – это вообще-то такая травка, наверное, вы все прекрасно знаете. То есть это такой подсладитель. Несмотря на то, что у нас есть достаточно здесь фруктов, все равно мы кладем немножко стевии, буквально вот такую ложечку. Это ложечки достаточно на весь коктейль. Если вам не сильно сладко, можно добавить немножко больше. Сегодня мы еще положим сюда семена льна. Тоже очень хороший источник микроэлементов и жира. В самом конце мы добавляем воду. Закрываем крышкой. Включаем наш волшебный блендер на режим смузи большого размера. И включаем. Обычно я прокручиваю 2 или 3 раза, и вот что у нас получается. Это получается у нас завтрак на семью из 4 человек.
Ми розливаємо по таким стаканам. Значить, по цінам виходить, що два пакети зелені стоять где-то $10. Фрукти і ягоди где-то $20. Зелени хватает на неделю, фруктов хватает где-то на 1.5 недели. Стевия, этой стевии хватает где-то на год, то есть она хоть и стоит около $15, эта баночка, но ее хватает надолго. Семена льна вообще стоят копейки, даже не знаю. Ну и бананы, я сегодня положила один, обычно нужно где-то 2-3, чтобы для сладости. Вот. Ну, вы сами прекрасно знаете цены на фрукты в вашем регионе. И добавляйте то, что вам нравится, добавляйте то, что вам вкусно, приятно. На первое время я положила очень много зелени, потому что мы уже привыкли к коктейлям. Добавляйте больше фруктов, чтобы вам нравились коктейли, чтобы это могло войти в привычку, а потом уже можно менять состав, менять рецепт в соответствии с тем, что любите вы и члены вашей семьи. Ваше здоровье!